Стесняла, стесняюсь и буду стесняться. Стеснялась с самого детства. Все началось, как ни странно, с музыки. А я вообще по образованию по детской музыкальной школе скрипачка. Вот. И когда я... Все мои одноклассники в обычной школе знали, что я играю на скрипке, и говорили мне: вот, ты там пилишь, скрипишь. И поэтому у меня какое-то такое остался... Ну, все детство был комплекс, что вот я какая-то не такая, надо мной смеются, что я пилю, скриплю. Они же не понимают, что это искусство, это прекрасно. Поэтому я вот для них была такой скрипучкой-пилючкой. Когда приехала в Москву, я вообще стеснялась самой Москвы. Для меня это казалось какой-то там Марс, другая планета. Думала, как я там со всем этим своим багажом комплексов сюда, как я здесь буду вообще жить. Ну и как-то все так вот нормально вроде получилось. Главное с собой оставаться всегда. И даже в этих наших комплексах и каких-то, может быть, неуклюжестях есть свои прелести.